Месси. Передача, бросок, гол. Великолепно. В одно касание разыграли сейчас эту комбинацию, которую завершал Александр Королюк. В игре Донбасс-Борис будет пауза. Ух ты, рассказал об этом. Остановлюсь поподробнее. Минск. Ох, что творится у нас на Минск-арене? Смотрите, какой бросок, хороший, штанга. Попытка добить Томаша Сурова, с лета не попадает по шайбе. Тут же, моментально, и точный бросок Ставченко. Клюшка хотел перехватить шайбу, Еременко. И гол, 2-0! Дубль Егора Яковлева. Да, причем с одной стороны в ворот пытался сначала запихнуть шайбу Егора Яковлева, потом он ее нашел. Отскок после своего броска уже с другой стороны. Но и не смог зафиксировать в этом эпизоде шайбу. Другой нападающий Донбасса. А вот теперь обратно нужно бежать и обороняться. Открылся на пятачке и даже нанес бросок. Гол! Андрей Антонов подключился. Левандовский убрал Разина. Антонов попытался вынести бросок. Да, и сам Левандовский подкатился. И... Слава. Слава не отберет. Ох, как быстро все сделали братиславцы. 5-1. Как красиво. Ускорился Милан Бартович. Томаш Неттинг делает дубль. А в этом матче 5-1, да. Многовато травм на старте сезона. Ох, какой момент! И... В межсезонье сумел договориться с мячами. Еще одна атака, гол, 2-0. Джекпот! Какой момент, гол, 2-2. Вот это шайба! Яковлев, гол! 1-0! Вот это классный проход! Еще можно попытаться войти в зону. Лисин! Пауза! Гол! Энвер Лисин на Никласа Бергфорса. И счет становится у нас 2-1 в пользу Адмирала. Как и должен. Передача Классыча, выкатывается на ворота и запускает шайбу под глазом. 2-1. Константин Классычев. Какой пас, да, нашел. Передача Классычева. Максим Соловьев. Эдвер Лисин. Недавно сравнял счет и перетащил встречу в овертайм, который завершился довольно-таки быстро. И печально для команды из Владивостока. Топи Якова! Виртанин оставляет шайбу на Лайне. Лайне выкатывается в центр и можно забрасывать. И счет становится 6-1. Обещал Назаров, что Лайне забьет. И обещание свое сдержал.